Хей, хей, хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски и День Святого Патрика в Plants vs. Zombies 2 продолжается. Ну а раз уж такое дело, то и мы с вами продолжаем проходить этот замечательный ивент, так что не скупитесь на лайки, подписочки. Напоминаю, что да, YouTube, к сожалению, ограничил нам всю нашу малину, так сказать, кстати говоря, прикольный скинчик, давайте купим. Всю малину, и поэтому я не получаю деньги за ролики, поэтому они сейчас выходят несколько реже, но поскольку я как бы делаю это не за деньги, а для вас, я продолжаю видосы снимать. Поэтому лайк, подписка все равно будет очень даже приятно. Блин, я вот думаю, стоит ли покупать Primal Sunflower 10 семян. Я, наверное, возьму, наверное, одну штучку, просто потому что я использую это солнышко, ну и мне, в принципе, полезно будет хотя бы даже 10 семян приобрести. Я думаю, что эта тема хорошая. И давайте, наверное, 5 за 5020 семян Бангчоя тоже возьмем, потому что я его тоже прокачиваю, как видите. Он у меня уже почти что 7 уровня. Это тоже довольно сильно, на мой взгляд. Итак, отправляемся с вами в ивент. Давайте смотреть. Я бы сегодня прошел тоже уровней... Блин, возможно, я бы даже сегодня до конца бы прошел. Постараюсь, по крайней мере. Посмотрим, как пойдет. Ну, а пока что давайте потихонечку начинать. Итак, я помню, что здесь хардовый уровень из-за того, что здесь есть вот эти ребята. И есть вон те вот ребята в шлеме, которые очень даже некрасиво поступают, уничтожая мои растения. Что мы будем с вами делать? Давайте, раз уж сегодня День Святого Патрика, опять же, я буду опять же стараться играть только на зеленых растениях. У нас с вами такой будет лайфхак. Я бы хотел что-нибудь взять. Давайте возьмем лаву гуаву. Это будет наша, так сказать, защита. Возьмем защиту. И я бы взял еще реальную защиту какую-нибудь. Например, вот. Он зеленый, ребят, давайте вот, у него, видите, зеленая пасть. Он сам, конечно, коричневый, но вот есть здесь зеленая, здесь, здесь. Короче, это считается, я считаю, так что все нормально, берем его. Ну и не знаю, кого еще. Давайте, наверное, возьмем вот этого товарища просто для того, чтобы ломать кабины, например, летающим зомбакам. Тоже рабочий вариант, на мой взгляд. Поехали. Сразу же расставляемся, нам здесь надо все делать очень-очень быстро, пока по той причине простой, что... Так, давайте, наверное, куда-нибудь сюда поставим. Потому что здесь у нас с вами очень все будет насыщенно, скажем так, происходить. Поэтому давайте лаву гуаву, например, куда-нибудь сюда. Солнышки расставили, все хорошо. Продолжаем ставить этих ребят. Я думаю, что можно поставить вот так. Прыгай! Красава, тупо красава. Не очень выгодно мы сейчас разменялись, надо признаться. А если уж конкретно говорить, то вообще не выгодно. Но ничего страшного, я думаю, что этого мы загасим. Сейчас все будет нормалдес. Этого мы гасим тоже. Все хорошо, замечательно даже, я бы сказал. Блин, видите, вот как здесь все... Ага, ага, ага. Интересно, интересно здесь происходит. Все, очень много футболистов, ребят. Надо будет сейчас реально прикинуть, как мы будем с вами делать с деф. Я думаю, что нам нужны реально какие-то очень дешевые растения для того, чтобы тупо их ставить для дефа от вот этих товарищей. Либо же можно поставить, например, вот это, но он синий. Блин, а я все-таки хочу по челленджу играть, поэтому... что бы мне поставить, чтобы дешево защищаться? Было бы очень неплохо. Ну, я не знаю, за 75 даже дорого. Вот, конечно, как-нибудь от этих отыгрывать. Я, наверное, не буду брать кивчанский. Все равно он реально здесь довольно бесполезен. Поскольку его все равно ваншотят. Вот в чем проблема. Я, честно признаться, в замешательстве, ребят. Ну, я не знаю, можно попробовать поставить, например... Блин, опять же, что-нибудь зеленое нужно. Вот серьезная проблема, если честно. Давайте попробуем Хурикейл, возможно. Но проблема в том, что он не будет... Это прям сложный вопрос. Я честно сейчас вот в замешательстве. Ладно, давайте возьмем вот этого товарища. Посмотрим, как с ним пойдет. Честно, без понятия, но посмотрим. Может быть, я его даже сейчас не буду использовать. У меня есть еще одна идея, которую я постараюсь сейчас придерживаться. Так, хорошо, хорошо, хорошо,
Хорошо. По КД вкидываем, ребят, просто по КД, потому что у нас здесь реально с вами особо вариков я не вижу. Здесь просто идет какой-то безумный дэмэдж в нас, поэтому я буду стараться, соответственно, тоже все делать максимально оперативно. Так, наверное, вот так, и, наверное, вот так. В принципе, пофигу то, что мы его сносим, это не так важно. Ага, и этот теперь сверху прыгает, ну просто шикардос. Просто шикардос, ребят, но у меня слов нет, конечно, если честно. Но я не знаю, успеваю я здесь или нет. Ну, наверное, успеваю. Давайте вот так попробуем. В принципе, терпимо, в принципе, да. В принципе, терпимо, хорошо. Здесь дополнительный дэмэдж, сюда прилетает нормально. Окей, это все ок, это все ок. Здесь он должен откиснуть, по идее. По идее, он должен откиснуть. Ждем, ставим. Прыжок. Найс. Офигенно, офигенно сработано. Сюда лаву-гуаву. Хорош. Слушайте, я не знаю, конечно, но пока, пока все выглядит не так уж плохо. Сюда успеем, нет? Не успеваем, ставим. О май гад, это прям реально здесь, ну это сложный уровень, ребят. Я, может быть, что-то недопонял, так сказать, и из-за этого у меня что-то не получается. Но, на мой взгляд, уровень хардовенький. Прям по полной хардовенький. Так, ударился, прыгает, замечательно. Здесь защита есть, ставим сразу раз. Надо было, на самом деле, имитатора брать на кабана, и все вообще было бы чики-брики. Если уж так честно говорить, то мне кажется, что это действительно помогло бы офигенно просто. Так, давайте куда-нибудь сюда поставим, пока пускай просто дэмэдж вносит, как бы пофиг. Пока у нас, так сказать, идет такой расклад, что кдшки нет. Так, сюда ставим, все нормально. Давайте ультанем, наверное. Окей, окей, нормас. Фу, слушайте, на самом деле сложный уровень, я не ожидал. Пожалуй, это один из самых сложных таких ивентовых уровней, поэтому я доволен. Я реально рад, что у нас получилось, это было непросто. Но, тем не менее. Так, что у нас здесь по противникам? Смотрим, есть футболист, есть этот товарищ. Соответственно, берем то же самое, ребят. Я только вот думаю, вместо кактуса, может быть, что-нибудь другое взять. Но есть ли у меня здесь какие-то такие товарищи, которых... Ну, давайте вместо кактуса возьмем чертополох. Если честно, он мне больше нравится немножко. Я думаю, что зайдет. Тут у нас есть Shrinking Violet, это растения, которые уменьшают наших противников, стоят на каких-то спиннерах маленьких, да? Так что посмотрим, как пойдет. Давайте сразу выставлять этих ребят, и давайте сразу сейчас еще... Я думаю, что кабанов пока ставить не будем, сейчас посмотрим, там, как там дальше пойдет. Найс, 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 я бы чертополох поставил заодно, раз уж такое дело. Так, этого ставим. И сейчас начнем выставлять по КД, значит, вот камыши и чертополохи. Вот, мне кажется, что это должно отлично помогать. Кабанов оставляем пока. На самом деле, я даже думаю, что можно их ставить вот так потихоньку, чисто для того, чтобы КДшка скидывалась, и мы могли потихоньку их выставлять тоже как дополнительный дэмэдж. Все, линия камышей у нас имеется. Я думаю, что здесь уже можно ускоряться и ставить линию чертополохов потихонечку. Наши камыши идеально прожаривают курочку до уровня, так сказать, хорошей прожарочки. Такой, который вот прям well done, я бы сказал. Поэтому мы с вами просто банально продолжаем. Я даже думаю, что может быть ультануть. Ага, смотри, что да? Окей, ничего страшного, живем нормально, все хорошо получается. Я просто вот думал, может быть мне... Так, давайте, наверное, еще кабана поставлю. Я вот думал, может быть мне поставить ульту в солнышко, чтобы побольше было солнц, но я думаю, что мы даже без этого сейчас справляемся. А если уж честно говорить, то справляемся более чем, на мой взгляд. Так, кабан поставлен, кабан поставлен. Кабанов тоже ставим по КД, просто, ну, опять же, для того, чтобы были. У нас, как бы, солнышко позволяют, поэтому мы можем себе спокойно это продолжать делать. Все, чертополохи, есть линия, камыши, есть линия, кабаны тоже потихоньку ставятся. И я еще ни одного, кстати, не заметил здесь футболиста. Поэтому, в принципе, вообще все в шоколаде. Как раз таки и он. Но это нас абсолютно не колышет. Все и так хорошо. Дэмэдж офигенно идет с камышей. Чертополохи помогают, как бы, четвертого уровня и у того, и у другого. И, в общем-то, ну, результат налицо, так сказать, все хорошо работает.
Кабанчиков продолжаем, камыши продолжаем. У нас уже линия кабанов есть. Все зеленое, ребят, все как надо. Все, так сказать, как мы и планировали. Ну и все работает тоже прекрасно, на мой взгляд. Такс, что-то у нас линия кабанчиков сильно прорядилась, но это ничего страшного, считаю, все нормально. Давайте утонем сюда куда-нибудь, на самом деле неважно абсолютно уже куда. Можно просто для красоты, так сказать, выставить кабанов через улицу. Вот так. Нормас, ребят, хорошо справились. Мне кажется, что идеально. Продолжаем. Это был несложный уровень, в отличие от предыдущего, например. То есть, в общем-то, довольно-таки легко разобрались. Так, что у нас тут с вами? Давайте смотреть. Здесь он... ледяные, ребята. Возможно, это значит, что будет ледяной ветер. Если будет ледяной ветер... Так... Давайте, ладно, у нас есть лава гуава, она будет подогревать. Я думаю, может быть, дракона взять, он тоже зеленый. Давайте ради разнообразия возьмем. Я вот так что-то подумал. Ну, не на одних и тех же все-таки играть. Давайте ради разнообразия. Поехали. Давайте смотреть, что у нас будет здесь. Кстати, очень много солнышек дается в запас. Сразу это тоже наблюдаю, сразу это видно. Это хорошо, но не очень хорошо то, что я это не увидел заранее. Мы могли бы с вами даже, в общем-то, что-нибудь подороже взять, те же арбузики, например. Такс, раз, два, три. Буду поставить горох вот этот. О, да, во, видите, все продумано, все идеально продумано, ребят. Вот не играл, но сразу понял, что да, это будет именно такой уровень, он таким и оказался. Хорошо, в общем-то, нам здесь лава гуава действительно тоже могла бы помочь, но без нее даже лучше. Я думаю, что дракоша даже будет более, так сказать, эффективен. Все, отлично, у нас уже выстроены три линии, из них две. Ага, и тут нам надо еще камыши проставить желательно, потому что я вижу вот этого товарища. Камыш против них замечательно зайдет, я так скажу, поэтому... Можем даже вот так сделать, в принципе. По-моему, его ваншотнет, да, и не выбегают по... А, нет, убежал. Но дракоши, кстати, тоже неплохо справляются, поджаривают вот этих вот чувачков, что нам тоже идет на руку. Такс, окей, давайте сделаем линию камышей, наверное, и дальше можно линию либо кабанов, либо чертополохов тоже, потому что у нас, опять же, солнышек много, мы можем себе позволить. Я думаю, что можно даже ускоряться здесь уже, потому что все идет своим чередом. Такс, отлично, хорошо. Блин, стой, ой, вот это неприятно, кстати. Ничего, вроде бы, кстати говоря, даже в такой ситуации мы себя спокойно, чувствуем, спокойно задефались. Давайте еще чертополох поставим. Кабанчика можно куда-нибудь сюда, чисто чтобы вот этих убрать, ребят. Хорошо. Здесь уже идет заморозка, но меня это мало касается, потому что как, ну, основную тему мы с вами уже сделали. Как бы все, что мы делаем сейчас, это уже, ну, дополнительно, скажем так. Давайте вот так сделаем разок, сделаем еще разок, сделаем еще разок, и еще разок, и дело сделано. Очень изи уровень, несмотря даже на порталы, как... Ой-ой-ой, кстати говоря, вот говорю изи уровень, а сам чуть не отъехал, кстати, сейчас. Но даже несмотря на портал, вот этот последний, который оказался таким подленьким, я бы сказал, подленький портал, все равно затащили, все равно все хорошо, продолжаем. Так, два старфрута у нас тут с вами. Видим, что есть додошка. Ну, кстати говоря, всех остальных нет, поэтому камыши мы уберем. Здесь они не нужны. Это, я думаю, тоже уберем. Вместо этого снова хочу взять лаву. Кстати говоря, вишенка. Но она больше красная, чем зеленая. Не буду уж выпендриваться, так сказать. Давайте возьмем арбуз, что ли, так, тоже для разнообразия. Прокачаем его немножко. Дэмэджа больше, жира больше. Это всегда плюс. Ну и лаву гуаву давайте тоже возьмем. Нормалдес, можно было, кстати, другой горох взять. А то что-то мы древним горохом все время ставимся. А нам на самом деле-то можно и другие, как бы, в общем-то, делать такое. Хорошо, первый арбуз пошел. Блин, мне бы деф на самом деле вот сюда поставить сразу же. На всякий, чисто на всякий. Второй арбуз у нас...
Так, давайте я пока второй арбуз ставить не буду, потому что у меня еще солнышка не хватает пока что. Давайте вот так сделаем, наверное. И вот так сделаем. Отлично. Отлично. Просто шикарно, я бы даже сказал. Второй арбуз ставим сюда. Дэмэдж пошел. Замечательно. Этого будет отбрасывать. Кабана можно поставить сюда, чисто убрать вот этих двух ребят. Ну, просто чтобы выиграть время, скажем так. Арбузы летят, причем такие прям сверхсветовые, по-моему, да? Сюда куда-нибудь поставим этого товарища. Лаву Гуаву поставим сюда на всякий случай. Это наш, наша перестраховочка, скажем так. Арбузы работают, пока все нормалек. Так, я думаю, что я сразу сюда поставлю, чтобы убрать тоже этих ребят. Тоже, ребят, просто перестраховка. Чисто, вот, чисто в этих целях. Я не хочу лишний раз рисковать, поэтому... арбузик сюда. Отлично прилетит, мне кажется. Так, вот здесь вот, кстати, вопрос, как все это сработает. Нормально сработало, идеально даже, я бы сказал. Чертополох сюда. Кабаноида можно будет вот сюда поставить, пока ждем. Арбузики реально свое дело тоже знают, тоже работают. Чертополохи тоже работают. Кабанчики, ну, всему свое время, скажем так. Отлично, кабаноид отработал, тоже хорошо. Я думаю, что лаву главу можно сюда поставить, просто для того, чтобы КДшка снялась. Окей, последний арбуз, наверное, сюда. Я не думаю, что... Слушайте, а на самом деле последняя волна. Давайте вот так сделаем. Раз, два. Бэм-бэм-бэм-бэм. Арбузная бомбардировочка отработала, и дело сделано. Отлично, отлично. Очень легкий уровень, вообще никаких проблем не вызвал. 5 гипногрибов и 5 обычных орехов. 5 свеклы, ничего интересного по большому счету. Ну, за гипногрибы спасибо, конечно, хотя 5 семян как бы роли не играют, скажем так. Чё у нас с вами здесь? Ага, ну, зомбаки не сложные, обычные. Давайте, наверное, возьмем какого-нибудь приколдесного, например, такого. Я думаю, что этого будет достаточно. Единственное, что вот этот я уберу, наверное. У нас уже основной, как бы, основные деньги будут уходить именно на горошек. Ну, не знаю, что можно взять. Можно взять, в принципе, что? Мяту никакую взять нельзя, очевидно. Поэтому, ну, давайте васаби возьмем, просто так сказать, просто пускай будет. И поехали, шо? Ага, не дают сразу поставить солнышко, но у нас, к счастью, есть перестраховочка, которая позволяет нам сразу это сделать. Текс, ну поехали. Основной дэмэдж будем ставить через горох, поэтому мы полагаемся именно на него. Будем его прокачивать, я надеюсь, что именно эти семена, так сказать, ну не семена даже, а именно само растение, мы сможем сделать большим и сильным. И потихоньку будем на него ставить наши ставки. Уже здесь два горошка в этом растении. То есть уже он такой посильнее немножечко, скажем так. Я думаю, что надо будет сейчас еще поставить. Потому что здесь этот в ведре. Ведроголовые, они все-таки довольно сильные. Поэтому даже, я думаю, еще можно поставить. Мы вроде ему сминаем уже ведро. Блин, конечно, не хотелось бы тратиться на кабана. Но и не будем. Да, отлично. Сюда ставим. В принципе, можно выстроить, наверное, линию, чтобы тоже не париться, так сказать, чтобы все было хорошо. Ну и будем постепенно увеличивать, так сказать, количество горошинок в каждом из этих. Кстати, вот сюда я, наверное, кабана все-таки использую, ребят, потому что не хочу сейчас слишком, ну, как бы, ускоряться, а это нас немножко поддефает. Сюдемс. Нормально, нормально. Реально, мне кажется, офигенно. Так, сюдемс. Можно, в общем-то, вот сюда ставить второй ряд. Я так думаю, почему бы и нет. Сюда еще поставим. Сюда поставим. Кабана оставим пока, пускай он отработает тоже свое дело. То, что мы его сюда поставили, это вообще ни на что не влияет, как бы. Дополнительная защита, почему бы и нет. Я думаю, можно ускоряться. Мы здесь уже, скорее всего, выйдем. Такс, хорошо, все, здесь мы под завязочку забили первый стручок горошинский, все хорошо. Давайте сюда побольше поставим. Отлично, кабан отработал, ставим васаби для ближнего боя, просто, так сказать, перестраховочка тоже. Офигенно, вот когда много горошинок, они, конечно, все вместе, ребят, знают свое дело. Вы просто посмотрите, как они работают. Вы просто посмотрите на этот адский дэмэдж, который они вносят, и с какой скоростью они стреляют. Это, конечно, да, это, конечно, красиво. Все, васаби у нас тоже защищают все горошинки, все молодцы.
И теперь просто по КД вкидываем горошки. Просто делаем их больше и больше и больше и больше. И так или иначе мы заполним все горошины вместе. 5 на каждую. То есть 5, буквально на одном слоте у нас 5 растений, ребят. 5 горошинок вылетают. И влетают в противника просто на сверхсветовой, заставляя его грустить, мягко говоря. Так, ну я думаю, на самом деле, что можно потихоньку еще чертополох ставить, потому что у нас как бы солнышки позволяют, дэмэдж позволяет, как бы дополнительный дэмэдж никогда не повредит, поэтому почему бы и нет. Хорошо, хорошо. 5, 10, 15, 20, 25 горошинок у нас сейчас стоит на поле боя, ребят. На одной линии 25 горошинок. По-моему, тупо топ, так сказать. Все, чертополох у нас тоже уже потихонечку занимает свою линию. Все здесь тоже замечательно. Давайте, наверное, даже ультанем немножко, чтобы, так сказать, ускорить происходящее. Чертополох офигенски ультит, все хорошо. И давайте куда-нибудь вот сюда ультанем. Жалко, что когда 5 горошинок, ничем, по сути, не отличается ульта. Она все та же самая. Давайте можно вот так сделать, можно вот так сделать. Хорошо. Нормально, здесь уже особо ничего даже и не нужно делать, ребят, чертополох и горошки все свое дело знают, но если кто близко подойдет, то васаби по мордасам, так сказать, раздаст довольно шутко. Отлично, просто шикарно, я бы даже сказал. Ну и нам остается всего лишь 4 уровня, друзья, и я думаю, что их мы оставим уже на следующий раз. Да, с одной стороны, казалось бы, немножко осталось, но с другой стороны, почему бы и нет, 2 видео сделаем, ну, получается, 3 видео на ивент, мне кажется, вполне себе достаточно. Ну а на сегодня, пожалуй, что все, дорогие друзья, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, напоминаю вам, что это очень сильно мне поможет, буду благодарен. С вами же был Чинаски, увидимся уже совсем скоро в новом видео, до скорой встречи и пока-пока.